Здесь не будет город-сад. Деревья на аллее памяти жертвам ДТП, вопреки задумкам, не разрослись, а засохли. В 2011 году участники-организаторы проекта о пропаганде безопасности дорожного движения РС-10 высадили на улице Куконковых 25 саженцев берез по количеству погибших в том году ивановцев. Аллея должна была стать памятным местом для горожан. Сюда должны были приходить люди, потерявшие в катастрофах родных и близких. Сейчас этот участок улицы Куконковых выглядит удручающе и напоминает скорее о людской халатности и безалаберности. Ситуация с аллеей все же обратила на себя внимание городских властей. К сожалению, многие деревья не приживаются. В прошлом году частично уже пересаживались деревья. В этом году в течение недели, дней 10, остальные погибшие деревья будут пересажены. Скорее всего, это все-таки будут липы или клены, потому что березы что-то очень плохо там себя чувствуют.